В Индии христиан принуждают к обращению в индуизм, лишая пособий по бедности. В индийском штате Керала индуистская националистическая организация «Всемирный совет индусов» обратила десятки христиан-далитов в индуизм, обещая им выплату пособий по бедности по госпрограмме помощи. По мнению многих борцов за права христиан, данная госпрограмма является дискриминационной, так как она ограничивает право на свободу религии. Правозащитник Франклин Кесарь утверждает, что эта система нарушает основные права, дарованные гражданам Индии ее конституцией. Указ президента от 1950 года о помощи бедным растоптал фундаментальные конституционные права далитов, исповедующих христианство и ислам. Он также отметил, что пособия не должны зависеть от верополучателей. Далиты или неприкасаемые являются низшей и беднейшей кастой в Индии. Их насчитывается 25 миллионов. Неприкасаемые проживают в ужасающей нищете и могут рассчитывать на государственную помощь только в том случае, если станут индуистами. Организация «Международное христианское объединение», следящая за преследованием христиан в Индии, заявила, что христиане низшей касты становятся легкой добычей для индуистских националистов. А госпрограмма фактически ставит их перед выбором – или пособие как шанс выйти из нищеты, или вера в Иисуса Христа.